Опача, всем привет! Как говорится, мы на канале Бухай ТВ. И сегодня у меня, как говорится, сказать, не обзорчик, а, как говорится, такой типа ролик, какая идеальная закусочка под водочку, как говорится, под водочку или под самогончик, под крепкий, как говорится, наши, не коньяк, не виски, не под этот. Я это будет в дальнейшем, как говорится, не один день живем, в дальнейшем буду снимать. И сегодня у меня под самогончик, и самогончика много не брал, чисто так повечерить, снять видосик. Сегодня, что хочу сказать, идеальная закусочка под водочку, это уха. Я начал первый ролик, снял с ядреный самогон под пельмени, сегодня будет самогон. Походу тоже ядреный будет такой, но градусов 50 самогон. Под ушицу, что хочу сказать, варил ушицу я эту очень долго. Сначала у меня были две таких больших щуки. То есть я немножко наложил, все остальное, как говорится, поставил в котелок, ну, котелок накрыл бушлатом, чтобы он, как говорится, запарилось. Чисто, как говорится, выпью сейчас первую, ребятки, рюмочку, ну и продолжу наш рассказ. Ну, тут чисто, ребятки, на пару рюмочек я выпивать не буду, завтра работы, рабочий день. Давайте, ребятки, за ушицу, как говорится, ну и под ушицу. От происхождения этого самогона я не знаю. Он у меня дома был. Я его налил. Ну, что хочу сказать. По вкусовым качествам отдает дрожжами. Очень сильно отдает дрожжами. Как заходит, чуть слышно дрожжи дрожжами. Вкусовой фактор такой херовенький. Но не о самогончике, как говорится. Ну, ядреный самогон. Заходит такое. Я, короче, ребятки, варил уху сегодня. Две таких щуки у меня больших было. Сначала я, как говорится, варил хвосты, эти плавники, головы. Головы обязательно, если варите уху, то обязательно эти, как его, блядь, жабры убирайте, потому что горечь. И варил именно как говорится, по сибирскому рецепту. Это все долго варил, 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 что с котелка половину ушло воды. Я потом туда уже вытянул эти, как говорится, хвосты, ну, эти плавники, короче, головы. Закинул чисто мясо, немножко лаврового листа до этого добавил. Немножко перца, этих, немолотого, как говорится, в этих, зернистого. И, как говорится, ребятки, все, как говорится, мясо, рыба, щука, соль, лавровый лист, перец и все, как говорится. Так что по сибирскому рецепту, как говорится, уху припивают бульоном. Я в бульон не кидал ни... А, еще морквину кинул целиком, не резал ее. И лучину целиком. Не получается, они мясо едят отдельно такими кусочками. Ну, можно косточки поотрывать, но я косточки не расфилешивал. Так что как-то так. Так что, ребята, пельмешки и ушица. Хотел снять видосик, как говорится, первую закусочку под... Но, к сожалению, у меня оператор накосячил, очень сильно накосячил. Так что не получилось отснять. Это очень плохо, как говорится. Уже, как говорится, наполовину видоса я понял, что есть часть видоса, есть другая часть видоса. Половины вообще практически больше нету. Я говорю, все уже, как бы, пол видоса есть, пол видоса нету. Это уже неинтересно. Ну что, ребятки, буду нашу кушать уху. Как говорится, сибирскую уху нашу. Давайте, ребятки. Ядреный самогон. Такое, послевкусие. Заходит так вроде бы более-менее, но послевкусие хреновенько в самогончике. Ребятки, уха варилась где-то часов 5. Часов 5. Где-то часа 4 варились эти головы, эти, все такое, как говорится, вообще бомбезное. О, ну, как говорится, так в Сибири. О, вон сами видите, ребятки, мясо чуть-чуть аж отпадает. Я думаю, пока не потемнело, думаю, запилю видосик.
Так что как-то так. Так что, ребятки, уху я, говорю сразу, не добавлял стопку водки, потому что я не понимаю эту традицию добавлять стопку водки. И не кидал головешку, ну, это, поленья горетая. Так что не кидал. Ну, бушлат это увернул. А в бушлате эта рыба, как говорится, еще больше отпадет эти... Мясо, кость вообще от мяса отстанет. Хотя она и так очень... Ну что, ребятки, идеальная закусочка, такая уха. Такая... Именно такая сибирская уха. Так что, как-то так. Такое впервые у меня на канале уха. Тем более, к сожалению, не получилось отснять. Но... Скоро поедем на рыбалку. Ребятам обещаю, у меня там будет другой оператор. Так что, другим оператором мы обязательно снимем уху и шашлычки. Но начинаю уже рубрику, как говорится, закуски под водочку. Так что, именно такая ушица шикарная. Я бы этот бульон бы, даже не надо эту рыбу, грубо говоря, не надо даже эту рыбу, чисто пил бы один бульон. Бульон бомба. Вываренный, четкий, классный. Надо будет. Так что, ребятки, в инстаграме смотрите, там я выкину фотки с этой рыбалки. Так что, ну, сейчас я покажу, где я варил уху. Уже, как говорится, котелок уже занесли в дом, завернули в бушлат. Вот, еще, ребята, вон, смотрите, жар тлеет. Такая у меня треножка, вон мангальчик. Так что, как-то так, друзья, получается. Так, установлю камеру. Так, чтобы было у нас все четко видно. Так что вот так, ребята. Так что, ребята, я от вас ничего, ну, ничего не прячу, ничего не скрываю. Все, как говорится, по-честному. Ну что, ребятки, давайте, как говорится, за нас, чтобы, как говорится, такую ушицу каждый попробовал бы. Чтобы сварил каждую ушицу, чтобы было где варить, было с чего варить, чтобы, как говорится, чтобы наш народ жил и процветал, как говорится. Давайте, за нас всех, за украинцев, россиянов, белорусов, за славян, как говорится. Запах вообще шикарный ухи. Да, бульончик то, что надо. Вот, грубо говоря, под такой бульон и рыбку только водочку и пить. Ну, водочку или самогончик. Оценил бы я наш самогон 8 баллов. В принципе, заходит неплохо. Неплохо. Имеется, конечно, запах и вкус дрожжи. Небольшая нота послевкусия, но такое. Я бы сказал, стандартный букет. 8 баллов этому самогону, у меня где-то он был. Я немножко в графинчик налил. Так что, ну. Чтоб чисто так. Ну. Так что, ребята, вот таких вот две щуки были. Шикарных. Так что, ну вот, ребята, я брехать не буду. Такие, сами тебе видите, куски рыбы. А там... Ну, я в инстаграм выложу фотки, там, конечно, ну, мне там фоток немного я фоткал, но выкину в инсту, так что шикарная ушица. Кто бы что ни говорил, что там в уху там кидать картошку, там, да, там рис, пшено, я считаю, уха должна быть это шикарный бульон и рыба, и все. Не должно быть там ни картошек, ни рисов, ничего такого. Чисто, как говорится, она реально хорошая, наваристая, нажористая ушица. Реально вкуснейшая просто. Хотя, честно скажу честно, я, ну, не любитель ушиц. Еще на одну рюмашечку растяну, как говорится, по чуть-чуть, ребятки. Не любитель ушиц такое. За последних лет 10
Я, может, ее ел, раз варил, ну, на старом канале я готовил уху, прикольная получилась. Но там много рыбы было, я туда, ребята, еще, и много специй туда еще ухерачивают. Ну, такая уха получилась под водку, охрененная. Много перца было, я люблю, когда перца много. Чтоб суп, ну, в супе особенно люблю, когда такой суп со свежего мяса, четкий у меня. Ну, когда-нибудь тоже сварю такой. Будем готовить скоро на канале начинать, потому что, я считаю, надо будет, ну, чтобы, как говорится, разнообразивать наш канал. Обзорчик могу я и на квас снять, могу и на лимонад. Ну, как бы у нас как бы тематика алкогольная. Просто как бы, ну, на квасок надо будет снять когда-нибудь. Есть хорошие квасы, которые я пью, мне нравятся, сидры, квасы. Что я пью, например, с лимонадом, с газированной воды? Если есть обычная пресная вода, то я предпочитаю обычную воду. Если нету, не знаю, у меня нема ни любимого, ни лимонада, ни пепси, ни как-то, ну, не знаю, не любитель я этих всех газировок, как-то к этому не очень хорошо отношусь, этим напиткам. Ну, а так, когда бывает, выпиваем в компании, там, пепси, фанту, там, ну, бывает такое, ну, такое, да, в основном, как бы. Пепси, фанта, да, такое. Давайте, ребятки, за уху. Рыбой пахнет страшно. Ушица. Так что как-то так. Как-то больше отношусь нормально к водичке, к обычной, к пресной. Так что. Я считаю, в этом нема ничего зазорного, как бы, в пресной воде. Даже лучше, если на то пошло, лучше тот же узвар или компот домашний, чем газировки. Уже, ребята, у нас такая пасмурная погода и темнеет. Буду я закругляться. Такая дожа. Вот. В камеру не будет видно. Даже на дне такая с рыбы, такие муть это бульонная. А села такая, такой прикольный цвет. Что именно такая настоящая, наваристая. Я вытаскивал эти головы, плавники. С них это уже мясо по, ну, по разварь. Ух. Получается целое получилось. Ну, ребята, ну ладно, целое так целое. С них уже мясо, все этот. Главное, чтобы в кадре темно не получилось. Ну ладно, ребятки. То я хотел, как говорится, графинчик чуть-чуть обдурить, как говорится. Оно вроде бы и мало. И вот я 4 рюмочки выпил, думаю, по половинке, думаю, сейчас чуть-чуть мало осталось. Далью, ну, тогда думаю, долить сразу. Вот видите, ребята, еще целое вышло. Ну что, ребятки, давайте. Подписывайтесь на канал Бухай ТВ. Ставьте пальцы вверх, пишите обязательно комментарии, ребята. Комментов пишите реально очень много. Молодцы. Я стараюсь на все отвечать. Не где-то на некоторые или я пропустил, или я не заметил, ребята. Потому что видео реально много. Не везде могу это все просмотреть. Не обижайтесь, пишите. Чем больше комментариев напишите, тем больше вероятность, что я вас замечу. Будет указан мой инстаграм внизу в комментариях. Будет указан мой инстаграм. Будет указан мой второй канал Малех Малех. Так что, ребятки, подписывайтесь на мой инстаграм. Подписывайтесь на мой второй канал Малех Малех. Давайте, ребятки, всем мира и добра, всем удачи. Давайте. Рассыпается, ребята, видите, сами. Самогончик такой. Заходит вроде бы нормально, но дает дрожжами страшно, конечно. Гонит после вкуса дрожжей. Ну и такое. Ну что, ребятки, варите уху, кушайте уху, выпивайте под уху. Всем мира и добра, всем удачи.